Ну, я считаю, что мы прошли это испытание, так как победили в сегодняшнем матче, выполняли тренерское задание, все старались играть по заданию, что и дало хорошие плоды. Игра была нервная, напряженная, но закончилась положительным исходом, поэтому все отлично. А после прошлых игр ребята говорили, что идет сыгрывание состава, вкатывание в сезон. Сегодня 5 шайб забитых СКА. Можно сказать, что происходит уже адаптация, понимание, как играть, как взаимодействовать? Да, в принципе, все притираются. Есть все равно изменения из неиграющего состава. Кто у нас пропускал матч, меняется. В принципе, две линии у нас неизменны, остальные все равно. Присутствует какая-то ротация. У всех есть взаимопонимание, это самое главное. Несколько голов было достаточно нелогичных, потому что мы забросили, играя 4 на 5. И соперник тоже забросил нам, играя 4 на 5. Ну, я не считаю, что это нелогично. Тут тебе просто дается шанс играть в большинстве, а кто забивает, это уже как бы... Кого мастерства больше хватило? Ну, забили, играя вчетвером против пятерых. Ну, это же прикольно. Не спорю. Ну, пропустили просто начало, да? Вот насколько качество сегодня близко к идеальному, та игра, которую показал автомобилист. Ну, я думаю, автомобилист сегодня провел хорошую игру, достаточно почти без ошибок в обороне. Таких катастрофических не было, как может в первых двух матчах. В целом, победа есть победа. Как бы. Я еще раз повторюсь, что игра была нервной и напряженной, но у нас хватило мужества, выдержки закончить ее победой. Смотри, не уступили в скорости, да, во втором периоде не уступили в жесткости. За счет самоотдачи получается, так? Ну, в принципе, да. Каждый выложился сегодня на 120%, и поэтому, я думаю, каждый может после этой игры посмотреть друг другу в глаза, что нам не стыдно за свою игру было. Насколько важно было поддерживать уровень жесткости во втором периоде заданной СКА? Ведь если бы где-то чуть-чуть, может быть, играли помягче, может быть, подломились? Может быть, но мы не уступили. В данном случае игра получилась настолько... жестко и интересно. Я думаю, болельщики оценили это сегодня, что они не сломили нас, а мы, наоборот, противостояли этому и били еще сильнее. Для автомобилистов вот удобнее играть, когда вот такой соперник, который сам раскатывается, который играть дает? Ну, что значит СКА играть дает? СКА хороший, мастеровитый соперник, у них хорошие исполнители. Нам сегодня повезло больше, как бы удобнее, неудобнее. Просто мы сегодня как-то настроились, может, более иначе. Андрей Алексеевич признался, что команда вот-вот из-под нагрузок выйдет, выходит. Как вы физически себя ощущаете? Прикольно. Да нет, на самом деле хорошо. Ощущаем себя более-менее нормально. Все равно, может, там недели, полторы назад все равно чувствовалась небольшая усталость, может, нагрузка. А так, в целом, вкатываемся, и это хорошо, что присутствует какая-то свежесть. Плюс там сыграли 6 защитников постоянно, ты в тонусе, ты в игре, ты не выключаешься. И как-то от этого даже проще играть. Ну, сегодня мы сыграли, можно сказать, отлично, выполнили установку тренера. И что хочу заметить, сегодня было очень много блокированных бросков и силовых приемов. Если мы будем также не давать сопернику бросать по нашим воротам, это будет победа. Третий период сложился очень непросто, потому что было достаточно комфортное преимущество, потом достаточно несуразный гол пропустили. И вот за счет чего удалось не вжаться, не играть на бой, а самим еще забить, причем главное? Ну, не знаю, командный дух мы поддерживали друг друга, несмотря на пропущенный гол, шли вперед и добились успеха. Как сейчас пройдут твои выходные, чтобы подготовиться к выходные, наверное, с семьей. Я с семьей проведу, с ребенком, с супругой. Послезавтра у нас тренировка. И будем разбирать и готовиться к следующему сопернику.